Юные хоккеисты Сибири и Дальнего Востока съехались в Нерюнгре. Впервые там прошел первый всероссийский турнир «Добрый лед» в Якутии. За ледовыми баталиями следили наши корреспонденты. Всероссийский фестиваль по хоккею с шайбой «Добрый лед» пришел в Якутию. Организаторами соревнований выступили Республиканская и Нерюнгринская федерация хоккея, а также благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, который в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лед» помогает формировать благоприятные условия и возможности для развития детского хоккея в различных регионах России. Они согласились оказать нам спонсорскую помощь и провести вот этот турнир здесь. И мы как бы договорились, что турнир будет ежегодным. Когда дети приезжают, они общаются. Они, во-первых, находят здесь друзей, да. У них доброта, у них спортивный азарт. И вообще они растут крепкими и здоровыми. Принять участие приехали 10 команд из городов Сибири и Дальнего Востока. Борьба была захватывающая, ведь почти все команды являются чемпионами и призерами различных соревнований всероссийского уровня. Организация очень на высоком уровне, команды показывают очень хороший хоккей, борьба. Хоккей, что это борьба всегда. Весело ребятам, самое главное. Детские соревнования предсказать точно невозможно. Но детки все молодцы. Я постоянно езжу с ними на соревнования. Разные концы России. Все хорошо, мне все нравится. На протяжении 5 дней юные спортсмены сражались за кубок. Соперники хорошие, все собрались. Лед очень хороший. Пока что ведем 4-0. Вообще не шустрый. Вот так вот. Мы играли сильнее команды. По итогам турнирной таблицы сильнейшими в старшей группе стали хоккеисты команды «Ермак» из Ангарска, а в младшей группе кубок завоевали спортсмены «Трансбункера» из города Ванино. Нерюнгринская команда «Шахтер» взяла серебро в младшей подгруппе, а команда «Энергия» стала лишь четвертой в старшей подгруппе. «Полярные волки» из Якутска уехали домой с 4-м местом, но уже в младшей подгруппе. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.